Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. Jai, nice to see you. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. We can begin. Yes, Guru Maharaj. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayamudirayat nastapraeshu vabhadreshu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 4, text number 1. Sutta Ovacha Vyasakir iti vachas tatva nischayam atmana upadarya matim Krishne. Otar ea satim vyadat sata avacha vayasakya iti vachas tadva nischayam atmana upadarya matim Krishne. Utareya satim vyadhat sota avacha vayasakir iti vachas tadva nischayam atmanaha upadarya matim Krishne. Otareya satim vyadhat. Okay, you can read translation in purport. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 1. Перевод. Сута Госвами сказал, выслушав речи Шукадевы Госвами, говорившего исключительно о природе души, сыну Тары, Махараджа Парикшит, целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особенно важным является слово «сатим», что значит «существующий и верный», «целомудренный». Оба значения этого слова абсолютно точно характеризуют Махараджу Парикшита. Как сказано в Бхагавадгите 15.15, единственная цель вед – привлечь внимание людей к лотосным стопам Господа Кришны, чтобы все их мысли были сосредоточены только на них. Махараджу Парикшиту повезло. Он привязался к Господу уже в чреве матери. Находясь в утробе матери, он испытал на себе воздействие брахмастры, атомного оружия, выпущенного Ашватхамой. Но по милости Господа жар этого оружия не сжег Парикшит. С тех пор все мысли царя были постоянно сосредоточены на Господе Кришне, что сделало его целомудренно верным в своем преданном служении. Таким образом, от рождения Парикшит был верным бхактой Господа. И позднее, когда он услышал от Шилы Шукадевы Госвами, что человек, полон ли он материальных желаний или свободен от них, должен поклоняться только Господу и никому иному, всегда жившая в нем привязанность к Кришне стала еще сильнее. Мы уже говорили об этом раньше. Чтобы человек мог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия. Для этого нужно родиться в семье преданного и получить благословение истинного духовного учителя. Парикшиту Махараджи, по милости Господа Кришны, было одно и то, и другое. Он родился в семье таких преданных, как Пандавы. Чтобы род Пандавов не оборвался, Господь, оказав им свою особую милость, лично спас Махараджу Парикшита. Позднее, когда по воле Господа сын Брамана проклял Махараджу Парикшита, тот получил возможность встретиться с таким духовным учителем,
как Шукадева Госвами. О читании Чаритамрити говорится, что только по милости духовного учителя и Господа Кришны удачливый человек становится на путь преданного служения. Именно так случилось с Махараджи Парикшитом. Родившись в семье преданных, он получил возможность соприкоснуться с Кришной и с тех пор постоянно помнил о нем. Поэтому Господь Кришна предоставил царю еще одну возможность достичь совершенства в преданном служении и свел его Шукадева Госвами, своим стойким преданным, обладавшим совершенным трансцендентным знанием. Как и следовало ожидать, слушая истинного духовного учителя, Парикшит смог в еще большей степени сосредоточить свой целомудренный ум на Господе Кришне. Шел группа Адагитя. Омагьяна Тимарандасья Кьянанджана Шалакая Чаксурун Милитаньена Тасмай Шри Гураве Нама Ванча Калпата Рудьясча Крипа Синду Бай Эвача Атитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Нама Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нечананда Шри Адвайта Гадара Шри Васади Гор Бхактавинда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, so this fourth chapter begins with Sutta Goswami addressing the sages in Naimisharanya and telling them about Maharaj Parikshit. Эта четвертая глава начинается со слов Сутты Госвами, который обращается к мудрецам Наимишарани, и он рассказывает о Махарадж Парикшите. Right, at the beginning of the second canto, Sukadeva Goswami had appeared. And he began to instruct Maharaj Parikshit. First of all, he instructed him in meditation on the universal form of the Lord. And then he instructed him on the Paramatma feature of the Lord. В начале второй песни появляется Шукадева Госвами, который дает наставление Махараджа Парикшиту, и он обучает его сначала медитации на вселенскую форму, а затем медитации на сверхдушу. Then finally he brought the conversation to the higher conclusion. He said that ultimately everyone can worship the Supreme Lord Krishna, whether one has all material desires or no material desires, in whatever condition of life one may be in, everyone should worship Lord Krishna. И далее в завершении он подводит итог, говоря, что полон ли человек материальных желаний или же у него нет желаний, он должен поклоняться Господу Кришне и только ему. So Maharaj Parikshit was very happy to hear this. He was very happy to hear this statement by Sukadeva Goswami, because he had been attached to Krishna his whole life. Махараджа Парикшит был очень счастлив слышать эти слова Шукадева Госвами, поскольку он поклонялся Господу Кришне всю свою жизнь. Of course, Maharaj Parikshit is the son of Uttara, and Uttara was the wife of Abhimanyu, who was the son of Arjuna and Subhadra. Махараджа Парикшит был сыном Уттары и Абиманию, а Абиманию, в свою очередь, был сыном Арджуны и Субадры. So by birth, Maharaj Parikshit had a very good connection to the worship of Lord Krishna, because the Pandavas, of course, are eternal associates of Lord Krishna and very devoted to Lord Krishna. Таким образом, Махараджа Парикшит с рождения был, у него была крепкая связь с Верховным Господом, с поклонением Кришне, поскольку он был родственником пандов, а они были вечными спутниками и очень преданы Господу Кришне. So when Sukadeva Goswami appeared
and spoke about Lord Krishna in this way, that anyone can worship Krishna and be benefited, then Maharaj Pariksit was very pleased. И когда Махарадж Парикшит услышал слова Шукадева Госвами о том, что кто бы ни поклонялся Господу Кришне, он обязательно получит благо, это очень удовлетворило Махараджу Парикшита. So Srila Prabhupada explains that in order to become a pure devotee of Lord Krishna, two things are very important. И Шрила Прабхупада объясняет, что очень важно слушать истинного духовного учителя. The first one thing is that you should be born in a family of a devotee, and the second thing is that you should have the blessing of a bona fide spiritual master. Чтобы человек смог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия. Для этого нужно родиться в семье преданного и получить благословение истинного духовного учителя. So Maharaj Pariksit was born in the family of great, very great devotees, the Pandavas. He was the grandson of Arjun. So he was very fortunate in terms of his birth. И Махараджа Парикшит был очень великим потомком семьи Пандавов, он был внуком Арджуны, и поэтому в этом плане по рождению у него была очень большая удача. And while he was still within the womb of his mother, before he had even taken birth, at that time Ashwatthama had released the Brahmastra weapon, and he wanted to kill Parikshit, who was there in the womb. И уже находясь в утробе матери, когда Махарадж Парикшит еще не родился, Ашватхама выпустил Брамастру с целью убить Парикшита, который находился в утробе. But Lord Krishna protected the baby by when the Brahmastra weapon came, the body of the baby was burned, but Lord Krishna gave a new body to the baby. A new body, the same soul, but a new body. He replaced the body because it was all burned. So he gave him another body. И когда у этого ребенка в утробе тело сгорело от жара Брамастры, то Господь Кришна дал этой душе новое тело. Заменил ему тело, потому что прежнее тело сгорело. So, because the baby was in the womb, he saw this. He saw Lord Krishna expand himself everywhere and protect him from the blazing heat of the Brahmastra weapon. So, after he came out of the womb, he was always thinking, "Where is that personality who I saw when I was in the womb of my mother?" И поскольку Верховный Господь оградил этого ребенка от пылающего жара Брамастры, он вошел в утробу, то Парикшит мог видеть его. И потом, когда он родился, он все время спрашивал, где эта личность, Верховная Личность Бога, которую я видел. So he was always looking, where is that person? So he got, that's how his name is appropriate, the name Parikshit. Means examiner. So he's always examining, looking. Where is that person? I want to see that beautiful person again who was protecting me from the Brahmastra weapon. И поскольку всю свою жизнь он постоянно искал, постоянно ожидал встречи с этой личностью, Верховной Личностью Бога, которая защитила его от жара Брамастры, он постоянно ждал, когда же она появится, то ему и было дано имя Парикшит или Испытующий. And then the second blessing he got was that he was able to somehow get the association with Sukadeva Goswami. That Sukadeva Goswami, who was the son of Vyasadev, he appeared to Maharaj Parikshit, and he explained
the first part of the Srimad Bhagavatam, and he also did yagyas and so on. So Sukadeva Goswami helped to deliver Krishna consciousness, to elevate the Krishna consciousness of all the people who were present. И позже воля или жизнь свела его Махараджу Парикшита Шукадева Госвами, который был сыном Ясадевы. Он появился, чтобы объяснить Шримад Бхагаватам, дать ту часть Шримад Бхагаватам, которая призвана возвысить людей. So, it was Sukadeva Goswami who appeared, but he didn't appear until Maharaj Parikshit had been cursed. In other words, it was just at the very end of the life of Maharaj Parikshit that Sukadeva Goswami appeared. Because Sukadeva Goswami is a very renounced person, he didn't want to associate with materialistic people. Шукадева Госвами был очень возвышенной личностью, очень отреченной личностью, и он не хотел общаться с материалистичными людьми, именно поэтому он появляется перед Махараджем Парикшитом в тот самый момент, когда он уже был проклят. Перед смертью. So, Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit only met at the very end of Maharaj Parikshit's life. And Sukadeva Goswami spent more time then staying in Vrindavan. And well, Sukadeva Goswami definitely he came there and he gave his association for Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit was absorbed in family life and full of material responsibilities. So at that time, Sukadeva Goswami did not go to associate with them because he knew that Maharaj Parikshit is absorbed in so many material duties. So he never appeared to him until the end of his life. Шукадева Госвами появился или встретился с Махараджа Парикшитом уже в самом конце жизни Махараджа Парикшита. До этого он был во Вриндаване. Махарадж Парикшит вел семейную жизнь, имел очень много обязанностей, и поэтому, зная то, насколько он вовлечен в свои социальные дела, обязанности, семью, Махарадж Парикшит никогда не появлялся перед Парикшитом до этого. We often see that a devotee will not get association until he's ready to take advantage of the association. Мы можем часто видеть, что преданные не получают какое-то особое общение до тех пор, пока они не будут готовы извлечь благо из этого возвышенного общения. But when we're very fortunate, then by the grace of Krishna, we will be able to contact the devotees, the pure devotee, who can inspire us and lead us in Krishna consciousness. Если и в какой-то момент, если мы достаточно удачливы, то мы встречаемся с преданными или с чистым преданным, который ведет нас к уровню сознания Кришны. Prabhupada quotes from the Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Brahmite Konya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhaktilada Beach. That living entity is moving through many different universes and different species of life. But when he's very fortunate, he will contact the devotee and the devotee will plant the seed of bhakti in. Шрила Прабхупада цитирует Чайтанья Чаритамриту.
текст, в котором говорится, что живое существо постоянно слоняется, бродит по всей Вселенной, переходя из одного вида жизни в другую, из одного уровня Вселенной в другую, до тех пор, пока по своей огромной удаче не встретит, по милости Кришны, преданного, который посеет семя преданного служения Бхакти-лата. So we may wonder, you know, that what is our chance of ever becoming pure devotees? Because we're not born in family of devotees. We didn't have that opportunity from the beginning of life to associate with pure devotees. Мы можем тогда удивляться, каков наш шанс стать чистым преданным, поскольку у нас не было возможности родиться в семье преданных, не было возможности соприкасаться с чистым преданным. But we should understand that even though we didn't get birth, the material body may not have been born in the family of devotee, but we got the opportunity to connect with devotees by initiation. Нам следует понимать, что хотя мы не получили рождение материальным телом в семье преданных, у нас есть возможность получить рождение в семье преданных через посвящение, инициацию. So that second birth, that is also very helpful for our spiritual progress. Такое второе рождение является очень ценной помощью для нашего духовного прогресса. We see that though, although there may have been several people born in the family of pure devotees, doesn't mean they all become pure devotees themselves. Есть даже примеры того, что хотя какие-то люди имеют возможность родиться в семьях чистых преданных, не всегда они сами становятся чистыми преданными преданными. Certainly there's an advantage to be born in the family of great devotees, but we have to go on and develop that and take advantage of that birth and become a good devotee ourselves. Конечно же, мы должны пользоваться возможностью такого удачного рождения в семье преданных для дальнейшего развития на духовном пути. Бхактивинод Тхакур had many children, but they didn't all become big preachers. It was only Bhaktisiddhanta Sarasvati who was the principal preacher. У Бхактивинода Тхакура было много детей, но далеко не все они стали большими проповедниками. Только Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур стал таким преданным. And even in the time of Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, he had six sons, but only three of them were devotees. Даже во время на Чайтанья Махапрабху у Адвайты Ачарьи было шесть сыновей, но только трое из них стали преданными. Now Advaita Acharya is the incarnation of God. He's the expansion of Mahavishnu and Sadashiva. So you would think all of his sons must have often been great devotees. But only three of them became devotees. The other three became Mayavadi. Адвайта Ачарья – это воплощение Верховного Господа, это экспансия Махавишну и Садашивы. Все, по идее, все дети его должны были быть великими преданными, но только трое из них стали преданными, а трое – Майвади. Yeah, three sons, they were very faithful and chaste. And they followed their father in devotion to Lord Krishna. But the other three, they were asara. They were useless. They cultivated. Their only interest was the material activities. They were not concerned with the real spiritual position. И только
Трое из них стали настоящими преданными Верховного Господа. Остальные трое, они были асара, бесполезными. То есть они были вовлечены, их интересовала только материальная деятельность, без желания духовного прогресса. So we see the path of spiritual life depends on others also. It's not just by our own efforts, but it's by the efforts of others also. A team has to be there. Для того, чтобы человек получил реальный духовный прогресс, требуется команда. Одних личных усилий для этого недостаточно. So, Krishna consciousness is a process. We have to follow the procedures which are there. And our development in Krishna consciousness should be from the very beginning of life. Сознание Кришны — это процесс, и мы должны следовать этому процессу так, как он дается, и стараться развивать сознание Кришны с самого раннего этапа жизни. The seed is planted in the heart, but we have to take care of the seed. We have to water it, we have to nourish it. Семена преданности уже есть в сердце, нам нужно лишь заботиться об этих семенах, чтобы они прорастали. Нужно поливать их, удобрять. It doesn't just happen by itself, but we have to meet the demand of the process. We have to chant the Maha Mantra, we have to associate with the devotees. Само по себе ничего происходить не будет. Мы должны поддерживать процесс через воспевание святого имени, через общение с преданными. Hare Krishna, can you hear me? Yes, Guru Maharaj. I had already translated the last sentence. Okay, in our practice of Krishna consciousness, we need to have that blessings from the pure devotees. That's very important for us. Также на этом пути преданного служения мы должны заручиться благословением чистого преданного. Это очень важно для нас. Even though we may not have a nice birth, our birth may be not as auspicious at all, but if we get the blessings of the pure devotee, then that can change everything. Даже если наше рождение неблагоприятного в каких-то моментах, или у нас нет хорошего рождения, тем не менее благословение чистого преданного способны поменять всю нашу ситуацию. So we see in the life of Maharaj Parikshit, you know, he was saved while he was in the womb from the Brahmastra of Ashwatthama, but then he grew up, and still there were problems. На примере жизни Махараджа Парикшита мы можем видеть, что с самого начала жизни, еще находясь в утробе, он был спасен от Брамастры, но когда он вырос, проблемы продолжились. So problems are going to be there for everyone, even if you're born in a family of great devotees. And certainly Prabhupada had problems. Prabhupada was born in a devotee family, but still he had problems growing up.
В материальном мире никто не свободен от проблем, даже если человек рожден в семье преданных. Шрила Прабхупада также, мы можем видеть, у него были проблемы в этом мире, пока он рос. But if we have the blessings of a pure devotee, it can help us to overcome all the problems. Whatever problems will be there will be insignificant by the blessings of the pure devotee. Но благодаря благословениям чистого преданного все наши проблемы этого мира становятся незначительными. Okay, any questions? Так, будут ли вопросы? Маджи Карпур Манджари, пожалуйста. Затем его чай. Пожалуйста, большое спасибо за лекцию, Махараджу. Хотела спросить, а вообще нужно стремиться к тому, чтобы был баланс в материальной жизни и в духовной жизни? Ну, чтобы это... Понятен вопрос. Риторический вопрос, Маджи Карпур Манджари. Сейчас переведу. Да. The question from Karpura Manjari Mataji. Should we try to find balance between our material life and spiritual life? Yes, if you're keeping a material life, if you have responsibilities in the material world, you're not able to give up entirely the material duties, then yes, you have to balance. Да, следует, если вы имеете ответственность в материальном мире, если есть какие-то обязанности, если вы не можете пока оставить эти материальные обязанности и несете их, то нужно искать баланс. You can't, a devotee is not irresponsible. A devotee will take care of his different duties. They will meet the demands, whatever is required. They will do material and spiritual. They have to be faithful to their guru also. At the same time, they have to perform their duties in the material world. В этом мире есть разные обязанности, и поэтому необходимо выполнять их. Преданный не является безответственным человеком, преданный ответственный, он ответственно подходит к выполнению своих материальных, своей материальной ответственности, и он верит, что духовный учитель даст ему силу для выполнения этих обязанностей. So we see example of Maharaj Parikshit. He is chaste to the service of Krishna. At the same time, he was responsible to do so many duties. He was ruling the world. He was touring his kingdom. And when he saw somebody beating a cow, then he was ready to take action and kill that person. He punished him. So he was very chaste and kept, he did his duties in the material world. And when it came time for the end of the life, when he got cursed, then he gave up everything and he fully devoted himself to Krishna. Мы видим, что Махараджа Парикшит был очень честен. Он с детства был предан Кришне, но он также поддерживал свои социальные и материальные обязанности. Он управлял царством, он расширял владения. Он готов был убить обидчика, коровы, быка. То есть он выполнял все это ответственно, все, что на него было возложено в материальном мире. Но когда пришло время, в конце жизни, когда он получил проклятие, он оставил все свои материальные обязанности и полностью вручил себя Кришне. So devotees should be like that. They should be chaste to their in their material duties and at the same time in their spiritual duties. They have to keep up their spiritual standards. They cannot compromise.
По этому же примеру также должен действовать и преданный, истинный преданный должен быть честен и выполнять свои материальные обязанности и в то же время не идти на компромисс со своими духовными стандартами. We cannot think, oh, well, I'll wait till the end of life and then I'll be Krishna conscious. We have to be practice Krishna conscious now at this time. And then at the end of life, when the time comes, we'll be ready to give up everything and take full shelter of Krishna. Не следует думать, что я займусь духовной практикой сознания Кришны в конце жизни. Нет, мы должны сейчас культивировать сознание Кришны, но в конце жизни, когда придет время все оставить, мы должны оставить все материальное и полностью сосредоточиться на духовном процессе. We're waiting for the final time to come. And at that time, then we have to fully turn to Krishna and leave everything. Мы ждем, когда придет назначенный час. И назначенный час мы оставим все материальное и вручим себя Кришне полностью. Это понятно? Большое спасибо, понятно. Thank you very much. I understood. Следующий вопрос. Маджи ваш. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Вопрос. На каком уровне мы перестаем обращать внимание на наше тело? Я имею в виду, это уровень анархии, вилити, или это уровень нишки, или еще выше? So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. At what level do we stop paying attention to the body? I mean, is this level of anatthani vritti or nishtha, or maybe higher level? Yes, well, what kind of attention do you pay to the body? You know, some things you have to take care of the body, just like sometimes you know you have to evacuate from the body, you have to go to the toilet, you have to take care of these kind of duties of the body. You can't neglect these things. There's certain things you have to do. You have to get some sleep. You can't go without sleep totally, but we can minimize these things. Ну, мы не можем полностью отказаться от внимания к телу. Какие-то вещи мы должны учитывать, поддерживать. Например, когда после испражнения мы же не можем не обращать на это внимание. Нам нужно просто пойти после туалета помыться. Тут мы должны уделить этому внимание. И также, что касается сна, мы не можем ходить вообще, не смыкая глаз. То есть мы должны поспать. То есть есть вещи, которые нам приходится учитывать. Мы просто минимизируем или сводим к минимуму какие-то потребности тела. So taking too much care of the body, of course, is not good. You know, you may want, like, to you spend a lot of time, go to the gym, do exercise, keeping fit and healthy, and you do things like go to beauty parlor, you know, take care of the hair and the nails and so many things, the skin. And so sometimes these things become too much care of the body. That is not good. We become bodily conscious. But we have to take care, some standards, some things you have to take care for the body. You can't totally neglect all the needs of the body. Мы не должны чрезмерную заботу о теле
вводить в свою жизнь. Вот это был бы, наверное, перебор. То есть иногда люди проводят очень много времени, они ходят в спортзал, они занимаются какими-то упражнениями, или они посещают салоны красоты, сутками там сидят, себе там что-то наращивают, волосы, ногти, кожей занимаются. То есть вот это уже чрезмерно, потому что таким образом, уделяя столько внимания телу, мы погружаемся сознанием в тело. Но определенные потребности мы не должны игнорировать, определенные потребности тела. Of course, you can become, you can come to the level like Sukadeva Goswami. He didn't even put on any clothing, and he was just walking everywhere like a madman. So he was totally detached from the body. Конечно, если человек находится на уровне Шукадева Госвами, который не обращал внимания на то, что он не без одежды, он ходил просто, вел себя как безумец в том смысле, что абсолютно отказался от какого-либо внимания к телу. So, Avaduta, that's the very topmost level of renunciation. Это называется авадута или высший уровень отречения. It can become, you know, we have also Lord Rishabdev. Lord Rishabdev was totally detached from the body. He was also living in the forest. He took renunciation, lived in the forest, naked, and he would lay in his own stool. But his own stool was very fragrant. На таком же уровне находился господь Ришабхадев, он также себя вел. Он полностью отказался от какого-либо внимания к телу, полностью отрекся. И он жил в лесу, ходил обнаженным и даже порой лежал в своих испражнениях. Правда, испражнения эти были, источали благоприятный запах. So we don't try to imitate these kind of great personalities, but at the same time we're cautious about putting too much attention on the body. А мы не должны имитировать таких особых возвышенных личностей, но и в то же время мы следим за тем, чтобы не уделять слишком много внимания телу. Okay, is it clear? Это понятно? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Я вот еще хотела спросить. Просто часто так бывает, что когда наше тело болеет, например, или мы устали, то мы очень много сразу на это начинаем обращать внимание, это мешает нам, в том числе и в преданном служении. Вот как с этим быть? Guru Maharaj, sometimes if we have some disease or we are very tired and we begin to take attention on our body and it disturbs us in our life, including our devotional service. How can we deal with such a problems? Well, we have to balance, you know, we have to take care of the body so that we can serve Krishna properly. If you're so tired that it's influencing your devotional service, then that's not good. Then you have to take some rest. Мы должны всегда следить за балансом, то есть должна быть правильная забота о теле. Чтобы, например, если мы устали, и это мешает нам служить Кришне, нам нужно отдохнуть необходимое время. Yeah, I mean, we have a material body, so the certain needs of the body are there. We have to regulate them. We have to try to minimize the material demands. But it should not disturb our devotional service. We have to be able to maintain our service to Krishna. Да, у нас есть материальное тело, и теперь у него есть определенные потребности.
Поэтому нам нужно регулировать все, что связано с этим телом, сводить к минимуму, чтобы это не влияло, не мешало нам служить Кришне правильным образом. Вот так. Thank you very much, Guru Maharaj. It's very clear now. Thank you. Next question. Так, следующий вопрос. Нитай Патни. Мои поклоны, спасибо за класс. Как можно объяснить, что у возвышенных преданных дети рождались непременными, наверное, непреданными? Непременными, непреданными. Угу. И второй вопрос. Остались ли потомки возвышенных преданных? А, Кришна забрал род Ядова, защитил их влияние от Кали-Юги. Слишком кратко написано, не очень понятно, но попробую перевести. Next question from Nitai Patni Mataji. My businesses, thank you for your class. My question, how can you tell us why such exalted devotee has their sons non-devotees? Why an exalted devotee has what? Has non-devotees. Why an exalted devotee? You mentioned in class that even Advaita Acharya or other exalted devotees has sons who were not devotees. So why? Well, association. They got bad association and they deviate from Krishna consciousness. Повлияло общение. У них было неблагоприятное общение, и они отклонились от пути сознания Кришны. Instead of hearing from devotees, they go and hear from mayavadis or impersonalists, and their whole consciousness becomes polluted. Вместо того, чтобы слушать и общаться с преданными, они слушали и общались с майавади, и это осквернило их сознание, это исказило их сознание. Just like there was one disciple of Madhavendra Puri. His name was Ramachandra Puri. So Madhavendra Puri is a very, very great devotee, very exalted spiritual master in the line of Madhvacharya. And he had this one disciple named Ramachandra Puri. This Ramachandra Puri actually became influenced by impersonalism. У Мадхавендры Пури был один ученик, которого звали Рамачандра Пури. Мадхавендра Пури – это очень возвышенный, преданный в линии Мадхава Сампрадая, вот, чистый, преданный. И у него был ученик Рамачандра Пури, который в какой-то момент стал заражен философией имперсонализма, стал майвади. So, this Ramachandra Puri, he tried to instruct his spiritual master. His spiritual master was in ecstasy, feeling separation from Krishna. And Ramachandra Puri told him, he said, oh, you should concentrate on the Brahman, you'll become joyful, you won't lament. Дошло до того, что он стал делать замечания своему духовному учителю, когда Мадхавендра Пури испытывал экстаз от разлуки с Кришной, Шри Кришной, то Рамачандра Пури начал свои поучения. Он стал говорить, что гуру, вам нужно думать о Брамане, и так вы станете радостным, вам не придется скорбеть. So Madhavendra Puri was so disgusted with him, he told him, get out of here. He said, I don't want to see your face. If I have to see your face at the time of death, then I will never achieve my desired destination. И такое поведение вызвало отвращение у Мадхавендра Пури. Он сказал, уходи отсюда. Я не хочу видеть твое лицо, если я увижу тебя в момент смерти, то я так не достигну своих целей, назначения, которые я жажду.
So even you're born in a great family, a great devotee family, doesn't mean that you're a great devotee yourself. You have to act. You have to show the qualities of a devotee. But if you go and associate with Mayavadis or with non-devotees, then certainly they will affect your consciousness. Поэтому недостаточно просто получить рождение в семье преданных. Это не делает автоматически вас чистым преданным. Нужно действовать, нужно проявить в себе качество преданного и не общаться с майвади непреданными, иначе это обязательно повлияет на качество преданного служения. So you have to get proper association. You have to get the right association. You have to associate with people who are genuine devotees to Krishna. Поэтому мы должны получать правильное общение. Мы должны искать общение с теми преданными, кто являются истинными последователями, преданными Господа Кришны. Okay. Hare Krishna. Вот так, Hare Krishna. Next question. Now, some descendants of exalted devotees, because, for example, Krishna annihilates his Yadava dynasty, protect them from Kali Yuga influence. So, are there any descendants of exalted devotees now on the planet? Sorry, Prabhu, I have to hear that question again. Второй вопрос. Остались ли потомки возвышенных преданных? Потому что, например, Кришна забрал род Ядов, защитил их от влияния Кали-Юги. So the next question is, are there any descendants of exalted devotees now on the planet? Because, for example, Shri Krishna annihilates all Yadu dynasty, protect themselves from Kali-Yuga influence, for example. And what about descendants of any exalted Vaishnavas? Yes, well, we know after Lord Krishna left the planet, Krishna's grandson was there, Brajanath. And Brajanath had established many deities of Krishna in Vrindavan. Да, какие-то потомки потом оставались после ухода Кришны, например, Кришна ушел, но остался его правнук Враджанабха, который потом установил очень много божеств Господа Кришны на земле. And there's people who claim to be descendants of Lord Nityananda. Actually, Lord Nityananda was married. Of course, he had two children. One was Ganga Devi, a daughter, and the son was Virabhadra. So Virabhadra was the son of Lord Nityananda, but he never married. He stayed brahmachari. So there was no descendants, no actual real descendants from Lord Nityananda. Правда, есть сейчас люди, которые заявляют, что они прямые потомки Господа Нитянанды. Это на самом деле не так, потому что Господа Нитянанды, он был женат, и у него была дочь Ганга Деви, и также у него был сын Вирабхадра. Но он никогда не был женат, он был брахмачари, поэтому прямых генеалогических потомков Господа нет. And Srila Bhaktivinoda Thakur had many children, of course. Bhaktisiddhanta Sarasvati, he was a brahmachari, he never married, there were no descendant from him. Адридхарана, вы прерываетесь очень сильно, совсем вас потеряли. Такое иногда, наверное, случается, потому что я сижу без движения. Ну вот, сигнал. Повторю. Бхактивинода Такур имел несколько сыновей, но, например, Бхактисиддханта Сарасвати, он не оставил после себя прямых потомков, так как был брахмачари всю жизнь. Descendants of Advaita Acharya are there. They're coming in the line, in the family from Advaita Acharya. They still live there in Shantipur. They're still there.
Например, потомки Адвайты Ачари до сих пор существуют, прямые потомки, они есть, они живут в Шантипуре до сих пор. Yeah, but they're not very great devotees. Ну, они не то чтобы великие преданные. They're quite ordinary people. В каком-то смысле мирские люди. There was another son of Bhaktivinoda Thakur named Lalit Prasad. Lalit Prasad, I think he was the youngest son of Bhaktivinoda Thakur. So he got into Raga Nuga Bhakti. Был еще один сын Бхактина Такура. Насколько я знаю, это младший был сын. Его звали Лалит Прасад. Он проповедовал в Рагануга Бхакти. So there's not really any direct descendants on the planet. Таким образом, не так много прямых потомков осталось на планете каких-то великих преданных. Some people claim they're coming in the Yadu dynasty. In the Yadu dynasty from Lord Krishna's family there. But, you know, we don't see that they're exalted devotees. We don't see them doing anything greatly devotional. Некоторые люди утверждают, что они являются в далеком поколении потомками Яду, династии Яду, которая от Господа Кришны. Но мы не видим, чтобы они проявляли какие-то качества великих преданных или сделали что-то духовное значительное. Okay. Вот так. Следующий вопрос. Саша Прабу, пожалуйста, ваш. Any other question? Yes, Guru Maharaj. Саша Прабу, пожалуйста, ваш вопрос. Ваше святейшество, примите, пожалуйста, мои поклоны. Всеслава Шили Прабхупаде. Я, может быть, не все понял. Что-то был разговор о том, что мы не сразу получаем духовное общение, не сразу получаем наставление. А вопрос такой, чтобы получить духовное общение, какая должна быть квалификация? То есть вопрос в том, чтобы получить духовное общение, какая должна быть квалификация? Да, я просто не все успел это вспомнить. Там контекст потерялся. Next question from Alexander Prabhu. What should be our qualification for getting spiritual association? Main qualification is the desire to hear and sincere desire to advance in Krishna consciousness and to learn. Главная квалификация – это желание слушать, искреннее желание двигаться по духовному пути и обучаться. To put questions, which are not challenging and which are not foolish, but sensible questions, sensible inquiries to understand the absolute truth. Задавать вопросы без вызова. Не какие-нибудь глупые вопросы, а важные, осознанные вопросы для улучшения понимания абсолютной истины. Окей. Вот так. Это понятно? There is no more question, Guru Maharaj. Oh, okay. So then we'll finish here. I think so. Oh, кто вопрос задает?
Раджарани Давидаси. Next, Маджи Раджарани want to ask question. Да, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные. Гуру Махарадж частично ответил, но мог бы он еще как-то подвести итог. А в лекции он сказал, что важна команда. Да, по одному мы домой не вернемся. То есть, что такое команда? Потому что у преданных сейчас есть разные команды. И нет, может быть, такого глубокого понимания, что такое означает настоящая команда. Потому что часто преданные просто встречаются, улыбаются, обнимаются, хвалят друг друга, и они сплочаются в команду. Да, вот, а какой командой мы можем вернуться обратно к Кришне? Спасибо. The question from Маджива Джирани. Guru Maharaj, today you mentioned in class the word team, that devotees should be in team for successful spiritual progress. So please explain more clearly what should be proper team for devotees, because sometimes we see that devotees may organize some mundane teams. I mean, they usually meet, give some greetings to each other, embrace to each other, glorify to each other, like this, some team. But what should the proper team for spiritual progress? Well, they have to have that mood of working together, helping each other to spread Krishna consciousness. Имеется в виду, что нужно трудиться сообща, чтобы распространять сознание Кришны. Right? If we all work together, then the task becomes easier. If we're working individually, it won't be so effective. Потому что дружно не грузно, а врозь хоть брось. We say one stick can easily be broken. But if you have many sticks together, you cannot break so easily. Есть же известная поговорка, что один прутик легко переломить, но вязанку прутиков нельзя переломить. So when you have a team, then you can achieve much more. Now, just like in India, Gopal Krishna Goswami, you know, people would praise him that, oh, you've built a very nice temple. This, you know, they opened a big temple recently there in New Delhi. And people praised him that, oh, you've done very good. You built this big temple. And he would say that, yeah, I have a team. He said, I didn't do it. He said, I'm just part of the team. Поэтому, если у нас есть команда, мы можем достичь гораздо больших задач. Например, Гопал Кришна Госвами недавно открыл в Нью-Дели очередной храм. Мы его стали прославлять. Какой замечательный храм вы открыли, как все чудесно организовано. На что он ответил, я бы никогда не смог открыть его в одиночку. У меня была команда, которая помогла сделать это. So if we get a team, if you can get a team together, then you can do a lot. It makes the whole mission of Krishna consciousness much easier to propagate. But if you try to just do everything on your own, then it's really a lot of trouble. It's really a lot of difficulty. Поэтому, если мы собираемся в команду, чтобы распространить сознание Кришны, сделать много задач сознания Кришны, это гораздо легче, чем поодиночке мы пытаемся что-то сделать и встречаемся с кучей препятствий. Спасибо, Харе Кришна. Thank you. So you need to get people together who you have common interests. Yeah, you can have a common interest that you are able to work with each other. You get along well with each other. You're able to work together. That makes a big difference. Поэтому, чтобы такая команда появилась, нужно, чтобы у людей в команде был сходный интерес, чтобы они могли вместе друг с другом правильно строить отношения, сотрудничать и работать для достижения результата. Окей. Это понятно? И спасибо.
Thank you. Можно еще спросить? У нас следующий вопрос в Владине. Секунду, здравствуйте. Секунду, я все вижу. Дайте, пожалуйста, мне сказать. Хорошо. Next question from Хладини Матаджи. Значит, Хладини, пожалуйста. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста. Недавно читали Прабхупада Лиламриту, и там Шрила Прабхупада сказал ученикам, и что когда преданный испытает вот это чувство предания Кришне, то он не променяет уже это ни на что. И вот такой вопрос, а где преданный больше всего предается или должен предаваться, в каком вообще моменте? Потому что обычно, ну, в общем, не буду обычно, в общем, где, в каких моментах преданный больше всего может предаваться? Повторите, пожалуйста, цитату из Прабхупады Лиламриты, я ни слова не запомнил, мне нужно ее перевести будет. Так, сейчас тогда, я ее сейчас тогда найду, ладно? Угу. Куда я ее скидываю? Сейчас. А, вот сюда. Харе Кришна, если я правильно запомнила, когда преданный испытает чувство предания Кришне, то он это уже не променяет ни на что. Правильно? Да, что стоит, да. им вкусить нектара самозабвенной преданности Кришне, они уже никогда не согласятся на что-то меньшее. Вот такая цитата. Ага, спасибо большое. Попробую. Спасибо большое. Спасибо вам. So the question from Маджи Хладини. Recently we read Prabhupada Lilamrita. And I read one phrase of Srila Prabhupada. When devotee taste, feel the taste, unalloyed devotion to Krishna, then such devotee never want to feel something less. So the question is where we may feel the most unalloyed devotion to Krishna. When will a devotee feel unalloyed devotion for Krishna? Yes, or the question, another meaning of question, where should we surrender ourselves most? Well, we surrender ourselves to the spiritual teachers, to the parampara, to Srila Prabhupada. Больше всего мы должны предаваться духовному учителю Парампаре Шри Прабхупаде. You want to be connected to the Parampara. And Srila Prabhupada is the founder Acharya. And he's the Shiksha Guru for everyone in the society. So we want to surrender ourselves fully to him. Поэтому больше всего мы должны предаваться Шри Прабхупаде. И он наш главный шикшагуру, представитель всей парампары и ачарья. And Srila Prabhupada connects us to the line of the spiritual teachers. Шрила Прабхупада связывает нас с преемственностью духовных учителей. We come to the Goswamis, Vrindavan, we come to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, and from then we come to Radha and Krishna. Так, мы становимся связанными с шестью Госвами, затем с самим Господом Читанием и, наконец, с Радой Кришной. Have I answered the question? Это отвечает на ваш вопрос? Да, я поняла, что мы предаемся, а предаваться значит слушаться.
Yes, I understood that our surrender means to obey. Well, surrender, we know that there are six items of surrender given in the Bhagavad Gita and in Chaitanya Charitamrita, six items of surrender. First, to accept everything favorable for devotional service and to give up everything which is not in line with devotional service. And then to know only Krishna can maintain you and only Krishna is protecting you. Существует, что касается преданий, существует шесть видов предания. Они приводятся в Бхагавад-гите, Читамрите. Одним из видов преданий или аспектов предания является принимать все благоприятное в духовной практике. Второе – это отвергать все, что не связано с преданным служением. Третье – это считать, что только Кришна сможет поддержать нас. Четвертое – считать, что только Кришна сможет защитить нас. Единственный защитник. No, we have to have faith in both Guru and Krishna. So surrender means also that only Krishna can maintain us, only Krishna can protect us. And we should always be meek and humble and have no desire other than Krishna's desire. Пятое, у нас не должно быть желаний отличных от Кришны. И шестое, мы должны быть кроткими и смиренными. То есть мы всегда должны уповать на Кришну. These are the six items of surrender. У нас должна быть равная вера в Гуру и Кришну. Таковы mm-hmm. шесть видов предания себя. Понятно? Yes, thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Саш Прабху, вы хотели еще вопрос? Саш Прабху, у вас рука была, если... Да, я уже на работе, поэтому не могу. Напишите вопрос, мы зададим, может, в следующий раз хотя бы. Извините, что так получилось. Okay, no more questions? Yes, yes, Guru Maharaj. Now there is no more questions. Okay, so we finish here. Мы остановимся на этом. Thank you, Guru Maharaj, for it. Okay, Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai. Bhakti, Jai. Well, you have a nice Nisringa Chaturdashi tomorrow, yes? Yes. Надеюсь, у вас будет замечательное празднование Нисринга Чатурдаси завтра. Хорошо, thank you. Спасибо большое. Спасибо.